с этого места от штаба подойдем к казармам. Пройдем через плац к казармам, которые с левой стороны от нас. Вот здесь трибуна была. И мы намереваемся пройти вот к этим казармам. 1 января 2024 года. Выходим на плац, прямо столовая. В первом видео говорил по праздничному дню. Обед впереди праздничный. Вот сюда мы вышли на плац строевой. Пасмурно. Ну, дождь не идет, уже хорошо. Шесть или семь градусов тепла. Начало 12-го. Это все. Мы отсюда идем от штаба. От штаба и от санчасти. От узла связи. Вот как выглядят казармы. Без листвы деревья. Да пасмурно, плохо видно. Но когда летний период, конечно, это уже не видать ничего. Все заросшее. На строевом плацу находимся. И прямо в стадион пошли, к стадиону. Минуя эти казармы. Та, которая с правой стороны, поближе к штабу. А это поближе к столовой. Столовая слева. Капало. Капать начинает. Дождь не дождь. Это все отголоски вчерашнего. Абсолютно. Все продолжается. Где-то бухкает недалеко. Веселая была ночь новогодняя. Одно время, когда была пандемия, это ограничения существовали на фейерверке. Сейчас сняты ограничения. Чем и пользовался народ. Ветерок небольшой. В эту сторону мы развернулись. Как раз там через плац видно расположение другой войсковой части. 42-30. А это мы ходим. Зашли. Вот еще столб освещения с фонарем. Мы сюда подошли к казармам, где размещались подразделения войсковых частей. 47-279, 50-346 с этой стороны. А с этой стороны, кроме перечисленных, размещались подразделения войсковой части 50-319. И 25-477. Да, вот здесь, в этих помещениях размещались эти подразделения. В этих зданиях. Здания признаны памятником архитектуры. Снесены не будут. Дождь пошел. Он, правда, небольшой, но уже слышу, капает, тарахтит по трубке. Вот один вход сюда. А вот следующий, напротив который. 1 января. Также сегодня, в первом видео говорил, что и караул был усиленный, и наряды были усилены
Но тем не менее, боевая учеба все равно продолжалась, хоть и праздничный день. Обязательно спортивные мероприятия проходили. И вот стадион, мы уже подходим к нему. Вот еще два подъезда налево, слева и справа. Шиповник. Специально мы не выбираем маршрут. Вот мы идем и попадается. Направо туда в подвал можно войти, что мы с вами делали не один раз. Там склады. Всякие. В том числе и продуктовые. С левой стороны также подвал. Аналогичные склады. Вот сюда, вот видно там, прямо вход в подвал. А вот здесь вот ограничители такие вот для автомобиля, чтобы автомобиль не заезжал. Надо бы. И вот стадион. А слева и справа входы в здание казарм. Вот мы выполнили то, что планировали. Вот с правой стороны вход, подъезд, стадион, и с левой стороны вход. Дождь пошел. Будем завершать и уезжать. Вот Новый год такой дождливый оказался. Мостовая никуда не делась, это мощёная. Вот он, стадион. Хорошо, видим спортзал. Спортзал не действует, нет. Отличие футбольного поля. Вот футбольное поле. Зеленое. Там столовая офицерского состава. Дальше бассейн плавательный. Наверное, слышно, что идет дождь. Вот тут даже зайти можно. Но нам туда не надо. Во всяком случае, сегодня. У нас с собой нет фонаря. Можно было бы зайти. Если интерес есть у подписчиков канала, кто смотрит мои видео, мы зайдем сюда. В следующий раз. Вон какие. Какие ягоды. Черт, не знаю название, что это такое. Это мы твердые. Дождь, ну надо же дождь. Покидаем мы эти подъезды. Пошли на плац. И там мы завершим. Сейчас завершим видео. И уезжаем. Да, с Новым годом! Теперь уже с Новым годом. 2024 года наступил. Сегодня 1 января. С чем я поздравляю подписчиков канала, участников групп, с кем сотрудничаем. Желаю всем крепкого здоровья, счастья. Благополучие. Ну, надо же, дождь. Холодный какой. С правой стороны вход в казарму. И вот с левой. Это возле штаба. Вон штаб просматривается. Вот. А это у столовой, столовая с левой стороны. Он как начал блестеть покрытие. Вот. Еще и ветер. Хорошо, далеко они поехали.
До свидания, до новых встреч. Снова говорю.